сегодня у нас открытие новой ледовой площадки на карте Бийска. Скажу просто, как здорово, что все мы здесь сегодня собрались. Очень хорошая идея была сделать в таком оживленном микрорайоне ледовый каток, поставить елку. Большое спасибо организаторам. Желаю всем проводить активный отдых на этом замечательном катке. Честно говоря, когда мы затеяли эту идею, не думали, что так все здорово получится. Неделя у нас была всего времени. Много было мыслей, много было желаний. И хотелось что-то оставить на округе такое, что будет общее для всех. Частичка спорта в наш микрорайон еще вернулась маленько. Думаем, если все хорошо пойдет, это будет традиционное, ежегодное.